Следствие по делу о терактах в Париже продолжается вокруг возможных соучастников преступлений. В воскресенье срок содержания под стражей 9 из 12 задержанных в ночь на пятницу в парижском регионе, которых подозревают в оказании логистической помощи Амеди Кулибали, был продлен еще на 48 часов. Тем временем в Женвилье и Реймсе похоронили братьев Куаши, совершивших нападение на редакцию газеты «Шарли Эбдо», в анонимных могилах, чтобы избежать возможного паломничества. Где будет похоронен Кулибали, убивший сотрудницу полиции в Монруже, и 4 человек в еврейском магазине в Париже, пока неизвестно. На похоронах братьев Куаши присутствовало лишь несколько членов семьи. «Даже несмотря на то, что он сделал, мы должны проявить немного человечности», считает житель Женвилье. «Давайте похороним его и не будем говорить об этом больше. Я видел дискуссии на Facebook с комментариями. Мне не нужен террорист в моем городе. Но он просто человек, который, к сожалению, выбрал неверный путь». Жертвами парижских нападений, которые террористы назвали местью за оскорбление пророка Мухаммеда и угнетение мусульман, стали в общей сложности 17 человек. По всей стране были усилены меры безопасности. Власти решили строго наказывать за любые действия или заявления, восхваляющие эти теракты или их авторов.